Ну надо, что же о живописи что-то такое. Утро Малевича. Квадратец черный, словно Сенегал, писал с утра в широкой рамке белой. Приблудный табор всхлипывал из Чавеллы, отвлекся я, поскольку Марк шагал, точнее летал, и не один, а с Беллой. Их чуть не сбил летальный аппарат, огромный мешковатый дирижабль, пыль вороша, а может ворожа был. Мне все равно, ведь я пишу квадрат. И пусть порхали мужики ли, бабы ли, чихать на их амурное шушу. Квадрат уже чернее, чем конголезец, а Марку с Беллой вешаю лапшу, что завтра круг такой же напишу. И красный крест, и красный полумесяц. Женская версия этой истории. Между нами, о нашем отделичем, я под утро уснула с Малевичем. С репродукцией гладкой, мелованной, на подушке своей размалеванной. Вот террас, достижение Пирова, Богу Богова, мне Казимирова. Лезет черт с непристойными ласками, перемазанный разными красками. И не вылезти девки из-под него, мол, позируй ко мне без из-под него. Будешь черную ты и квадратную, дверью хлопнула я и в парадную от напора его сатанинского буду класть под подушку Кандинского. Хорошо, а среди картины. Да, сейчас я еще об одном жанре, вполне себе жанре искусства. Шла она, словно сваи вбивала, нос по ветру, лицо кирпичом. Шла она, как ни в чем не бывало, шла она, как бывало, ни в чем. И купилась на басмуле, хнули, и он их черт не уродовал лун, модельеры на ней отдохнули, не буквально, а через костюм. На свету преломляясь, как призма, оттопыривши пальчики врозь, шла, а губы кривились капризно, и глазище сверлили насквозь. Солнце в прятки играло на теле, алым блеском горели уста, но очки у меня запотели, не скажу про другие места. Подойти постеснялся на людях, предпочел бы я встречу в полях, подарил бы фиалку и лютик, поделил бы ночлег на паях, кувыркались в глазах бесенята, просочилась слеза из угла, кто-то выкрикнул снято, все снято. Как я вижу, что все догола, повстречался с этим люмьером. Миль пардон, говорю, гутен так, вы бы взяли меня костюмером. Я согласен работать за так. Сейчас я хотел еще один стишок прочесть. Прости, я пока поищу. Я хотел тоже о любви найти что-то. Вот. Все у меня как-то не о любви. Я хотел еще о здоровом образе жизни войти. Ну так, о любви и искусстве, о любви и искусстве, да, такое стихотворение есть, роман в классических тонах. С бедром твоим соприкасаясь, рукой проведу по спине, и вся твоя сажень косая ответит податливой нет. Я минимализм не приемлю, люблю я размах и объем. Мне кажется, грешную землю мы вздрогнуть заставим вдвоем. Тебя обнимаю прилюдно, не прячась от алчущих глаз. Вот только носить тебя трудно, красавец ты мой, контрабас. Ну еще зарисовочка, собственно, для поэзии, да, любое хорошо. То есть мы вот все, что видим, о том и пишем, как это. И все это пища для стихов. Вот такой женский портрет, галантерейный отдел. Мужчина, вы на ценник посмотрите, вы весь дешевле этого ремня. Не трогайте, прошу, я вас не трите, сломайте, а вычтут-то с меня. Не надо девочкам писать на кружке имя, в продаже все равно нет пелагей. Следить, мамаша, надо за детьми своими. Идите в кассу, господи, скорей, закончи этот день невыносимый. Ну что вы смотрите, на вазе есть она, обычный тон. Идите лучше мимо, я ничего вам лично не должна. Успеть бы заскочить в лабаз за мясом. Товарищ, уберите ваш букет. Что, подойдет для этой вазы? Да, подойдет. На вечер планов нет.
нашел я здоровом образе жизни, сейчас я все-таки прочту, мне надо поделиться. Мне надо. Рецептом обязательно, штуки свежие, надо поделиться. Мне надо, я запомню. Я тебе потом, я тебе должен отдам. Два стишка. Становлюсь все плотнее кряжестей, я увлекся подъемом тяжестей. Не сижу за компом и в телеке, а педали кручу на велике. Интенсивнее служб несения, если утро провел в бассейне, за любовью к своей прелестнице на девятый бегу по лестнице, а позднее бутыль, вина, цветы пру к сестре ее на двенадцатый. И в Сочах не дома и горные, лыжи, палки и склоны горные, сельдерей, лук-порей и брокколи. Вы бы пресной рукой потрогали, понимаю, не очень дешево, но зато похоронят зожево. Ну я поддержу тогда вот это вот зожево твое. Обязательно зожево. Это тоже из серии женских портретов. Есть у Кустодиева вот такие купальщицы прекрасные. Сидела на диетах разных вроде я, а сдвигов ноль, свое всегда при мне. Жал, знал в женских формах толк один Кустодиев, и их увековечил в полотне. Какие женщины, красивые, дородные, пьют чай с баранкой, купаются в пруду, но бьют опять на бат журналы модные, на акваэробику пойду. Это к Зожу. Ну, еще из этой же серии одно стихотворение «Даная» Ремзова. Как сложно в наше время быть Данаей. А раньше что? Лежи себе, лежи. Теперь на службу по утрам нестись должна я. В метро с толпой делать виражи. Работа, муж, покупки, дети, кошка. Когда лежать? Сплошная суета. Данаей я завидую немножко. Лежит себе. А может, неспроста? Быть может, поясницу прихватила? Да что гадать? Я так себе скажу. Сегодня я Данаей быть решила. Пусть пыль лежит. Я тоже. Я оставила маленькое еще на заказ. Рабан, ты читала ему и дана. Все, читайте. Грета Шейка, читаю немножко, вас повеселю. Я обижен на фортуну и пеняю на судьбу. Приглашали на трибуну, а послали на трибуну. Огромный булыжник на горб водрузив, хлебнув коньячку и к бору, и лежу, поднимается бодренько в гору Сизиф. Была у фермера зазноба, носила свиньям в хлеб бадью, пошла за бабника засноба адью. Опять же про любовь, да? Пойду за Стаса, ибо Стасик поет про вежливую копель, и в сексуальных ипостасях кобель. Мне с детства нравился за то че, что был отчаянным бойцом и под футболки был заточен лицом. Когда кудрявый клен был молод и не засохли ветки верб, я созерцал, забив на молот и серп. Я вдохновению на откуп отдал все мысли о большом и черпать стал, но лучше в откуп ковшом. Ну, следующий стишок я предложил Боре, но он отказался, его вещи напишу, поэтому просто прочитаю. Вот столица Перу, Лима, потянулся к Перу мимо. Жена устроила проверку и задала вопрос проверку. Я, отвечая, дал промашку и рассказал жене про Марс. Я держал в тепле щенка, чтобы пел, как Лещенко, но взяла тоска щенка, и теперь он в Кащенко. В огороде пукало на ворону, пукало, но звучал раскат из ста, лишь один раскат из ста. Вот заначка вся достата из-под стельки от туфля, не хватает мне достата 93 рубля. И заканчиваю это дело с крошками. На грядке не трепки, а в репке вся сила, не хуже не трепки, жена голосила. Все. А на фото мы с тобой в Италии, мы тогда еще от счастья таяли, и рука твоя на тонкой талии, да Италия еще была, а талия я.
Через день ты улетел в Анталию, я скучала, округлялась Тария. Ну не знаю, Тария, Протолия, назвала сыночка Анатолия. Ну и все, наверное, вот не заканчивается. Мне больше нравится, да? Эта книжка, вы мне, да? Не поделитесь. Вы можете... У вас хороший вкус, она самая дорогая. Нет, вы можете подарить библиотеке, тогда будут все евреи читать. Жите мне евреи. Ладно, одно маленькое, короткое еврейское на конец. Поддерживая твою тему безудержного секса, я хочу сексом закончить, потому что с него все началось, да, и надо заканчивать речь. Поговорить. Секса не было, не удалось. Ты носился по лесу, как лось. Как люблю своего я лося, но хочу, чтобы секс удался. Радостно. У нас туда отправляется, правильно понимаете? Давайте по одному прочитает вот приглашенная Нина. Ты, ну я могу... Приглашенная я не буду. Прочти чего, ну давай по одному. Я шучу. Я тогда посвящу на... Я тогда посвящу на Инге прочту. А, так это в картинке, что ли, еще? Да, на партнерство прочесть. Вы объясните, что это, потому что... Да, да, это слово принял Боря Григорьев между нами. Вот я там около 20 лет, а остальные... Это вообще про это все. Нет, Боря, можешь рассказать вкратце о Pencil Club? Вот, кстати, вышла книжка, где Pencil Club оказался в литовской одном журнале. Это мы попали в литовскую часть. Значит, Pencil Club, все знают, Pen Club, да, это такая организация была мощная, когда-то хорошая, потом все там в результате разных интриг превратилось, ну, не в то, назовем так. Хотя там есть хорошие авторы. И мы, вот, я в частности, искали название к нашим посиделкам, которая задавалась темой, я уже рассказывал. Давайте перепишем Гамлета, давайте придумаем, что там, много тем у нас. Да, даже много. Фауст.